Друзья, я нахожусь на том самом аккаунте, который я покупал в начале сезона UFC 24, где в предпросмотре выпадал Роналдо Зубастик. И было бы символично, знаете, собрать его на этом аккаунте, его СБЧ-карточку, но есть одно но. У чела всего лишь 3 белых таланта и золотая ракетка. Кому он нужен сейчас, понятия не имею. А я этого типа буду собирать. Я собрал его в аренду, затестируем, посмотрим, насколько он актуален сейчас в нынешних реалиях. Ну и параллельно, приятное с полезным совместим, будем играть за Сашку Головина. Карточка, которая стоит 50 тысяч всего лишь на рынке, с сумасшедшими статами. Забавно, конечно, что Головин практически по всем статам круче Зубастика. У Зубастика на единичку удар больше и на двоечку скорость. Все. Да, возможно, кто-то скажет, дурацкое сравнение, но в целом, если так смотреть, у Головина 10 талантов, 3 золотых, у Зубастика 1 золотой. И это, конечно, печально выглядит. Возвращаем легендарную рубрику FIFA Battle. Да, финтики и слабая по пятерочке у Роналду. Так, собственно, состав, которым я буду играть, будет выглядит вот таким вот образом. И вы, наверное, спросите: Пандос, ты что, с ума сошел? Что это такое? В первую очередь я делаю развитие на Молчана. Во-вторых, я выполняю задание на Тадича. Тут нужно играть сербами, турками. Конечно, вызывает он у меня вьетнамские флешбеки. Тадич, это просто худшее, что со мной случалось. 2 плюс 2, сколько моментов он заруинил, это просто кошмар. Ну и параллельно выбиваю девчонку из Лиги 1 и японца Минамину. Для моего как раз-таки японского состава он лишним не будет. Не знаю, насколько весело будет играть таким составом. Обещаю, что нацеленно не буду на кого-то одного играть. Головин, Роналдо в атаке. Схема у нас 4-4-2. И, собственно, поехали. Ну и перед тем, как мы продолжим, друзья, напомню вам о моих спонсорах. Это мои отличные друзья из компании Poly, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте вы можете найти множество спортивных дисциплин, удобнейшее приложение. И самое главное, не забывайте, что у них проходит акция 2024. Все подробности будут в закрепленном комментарии. Ну и также, друзья, если вы захотите купить монетки, мой личный сайт к вашим услугам. Там регулярно проходят акции, с помощью которых вы можете бонусом сверху получать еще монетки. Монеты есть на ПК, PlayStation и Xbox, любые платформы. Я сам лично пользуюсь своим магазином, потому что сейчас у нас выходят большие пакетики по 700 тысяч, по 750. Поэтому, естественно, смело могу рекомендовать. Ссылочка будет в описании. Опа, вдвоем будут играть против меня. Ага, интересные карточки, все сияет. Блин, ну посмотрите, какая красота. Из мяча просто херачит фейерверк. Они не починили этот баг с самого начала сезона. Ну просто охренеть. Конфетти из центра поля херачит уже весь год. Я уж молчу про более серьезные проблемы. Так, ну чё, поехали. Зубастик, Головин в атаке. Будет интересно узнать, кто из них лучше. Оп, Матич, хорошо. Я надеюсь, он не будет сильно выпадать из моего состава. О, Сашка Головин сразу с мячом. Ну-ка, тест пейса. Тест пейса, как бежит Головин. Ну тут Фердинанд. Так, ну-ка. Ой. Ой, опасно, бача лучшая. Вот такой вот пас. На Головина полетела, лол. И Головин в ближку. Хо-хо-хо, вот это удар, друзья. Саня Головин выходит вперед. Забивает первым. Блин, геймфейс бы ему нарисовали, что ли. Карта 94-го рейтинга, и у него нет геймфейса, охренеть. Так, мажи в центре поля. Кстати, до сих пор ей не сделали диапазон цен адекватный. Поэтому я взял ее фэнтези-карточку. Матео, ух, тут Головин красиво открылся. Дальше на Зубастика и Зубастик. Боже мой, что за удар. Опять же, я специально ни на кого не играю. То есть я буду играть так, как играл бы, ну, обычным составом, не имея никому никаких привязанностей. Так, Головин. Головин, ой, какой дриблинг R1. Ребята, что это за дриблинг? Что это за космический дриблинг? Охренеть, с центра поля Головин пролетел. Так, это был разогревочный матч, едем дальше. В прошлом видеоролике, кстати, я у вас спрашивал, идут мне усики или нет, ну, подавляющее большинство сказало, что отлично. Конечно, были комментарии, которые говорили, что так себе, но пока буду тестировать. Пробую что-то новое в своей жизни. Так, next соперник. Ё-моё, что ты вообще такое? Зачем ты с двух ног в меня летишь? Ну, это было сделано не со злого умысла. Давай, Зубастик, поборись, отлично поборолся, Зубастик, на! Ну, почти. Да ты запарился своими подкатами, ну отстань. Ну, Головин точно на голову выше в движениях, чем Зубастик. Зубастик не ощущается таким плавным. Так, Молчан хорошо подбежал, отобрал. Да блин, Молчан, давай. Давай, вот такой пас, вот такой, в одно.
И зубастик. Найс. 1-0. Так, давайте без кикофной, пожалуйста. Пожалуйста, давайте без кикофной. Я вас прошу. Первый удар. Сразу же гол. Эй, я не праздновал. Хаверс, ты что дэнсишь, блин? Так, ну давайте два из двух сразу же пустим. Охренеть. Какое-то странное решение он принял. Надо было просто бить. Вот так вот делаем. Блин, надеюсь, он не успеет поставить. На! Блин, Яшин отражает. На! Это Молчан. Как он в подкат прыгнул? И что происходит? Почему? У меня защитник перепрыгивает. Блин, какая дичь, конечно, в этой игре периодически происходит. Молчан исправился. Вот так вот. Вот так вот. Ну-ка, ну-ка. На зубастика. Зубастик. Отлично. 2-1. Да что происходит? А, тут Яшин пытается отобрать. Ничего не получается. Дальше. Головин. Ух, это было гениально, друзья. Нет, движения, конечно, у Головина прям ультраметовые. Очень ловкие. Охренеть. Вот это пас от соперника. Че он дал? Блин, 46-я еще минута. Двигаю. Найс. Муслера. Ай, блин, я не подумал о том, что он закрутить сможет. Так, зубастик. Нет, на R1 это просто кошмар, друзья. Я не могу двигаться на R1 за зубастиком. Ё-моё, чё за провал? Молчан, догоняй! Нет! 2-3. Так, ну он не ожидает такого, я думаю. Ох, как хорошо от Матича. R1 подрубаем. Блин, какой ужасный R1 у зубастика. Так, ну-ка. Ой-ой-ой, хорошо. Ой-ой-ой, ещё и отбор сделал. Ну-ка, подвигались. Вот такой вот на Заху. Заха, болл-ролл. Найс, Заха. Тоже подключился. Ё-моё, опять какой-то провал у меня. Силас в Мангитука бежит. Двигаю, двигаю. Хорош. Как я удачно подвинул. Охренеть, чё за пас прошел? Блин, Муслера, герой. Последние атаки он прям вытаскивает. Ой, какой ты финтоплёт, братан. 75-я минута, может быть. Он что-то знает? Да, он что-то знает. Муслера отражает. Охренеть, это что за движение? Не, ну соперник заслужил, братан. Базару 0, базару 0. Так, ну что-то надо делать. Счет 3-4 на соплях. Так, пацаны, 81-е. Надо додержать этот победный счет. Угу. Прострел. Саня, Саня. Как он ударил? Он вообще ударил поворот? Мне кажется, он грудью занес этот мяч. 5-3, пацаны. Заха, как он бежит. Как он бежит, как он бежит, друзья. Оп, болл-ролл. Оп, прострел. Оп, удар. 6-3. Так, хорошо. Головин. Головин. R1. R1. Головин. 7-3. Сори, соперник. Ничего личного. Играл ты в конце второго тайма хорошо. Но тут ворвался Головин. 4 гола забил. Ну, по статам у него 13 ударов. И у меня 13 ударов. Так, Молчана мы немножко прокачали. Не пропустите в двух матчах. Ну, вот кто делает такие задания душные? Не пропустите. Их только в Squad Battles, видимо, выполнять. Потому что в Rivals'ах, скорее всего, я пропущу. Так, Стоичков. Шулер в атаке. Необычный выбор. Так, ну-ка. 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 О, друзья, это что такое? Что за чудо финес от Головина залетел? Кто сказал, что финесы пофиксили? Чекайте, что летит. О, а он сразу за вторым побежал. Посмотрите, его не остановить, друзья. Сразу второй хочет забить. Ну, пусть забивает, раз хочет. Держим. Блин, Шулер. Фуф. Тут надо еще попотеть, чтобы не пропустить для эволюции Молчана. Какой он ловкий в движениях. Оп, Матео. На зубастика. Зубастик тоже хорош. 3-0. Блин, не пропустить бы. Нет, не пропустить бы. Фуф. Муслера лучший. Так, мы все еще пытаемся сохранить свои ворота сухими. Нет. Хорош, Молчан. Ну все, наверное. Нет, еще не все. Молчан снова отбирает. О, соперник ливнул. Всего хорошего. Так, с сербами мы прощаемся. Задание на выполняли. Кстати, прошу обратить внимание. Матич за 5 матчей 4 ассиста отдал. Ну что за гений? Так, Сиена и Фердинанда арендованного поставим. Нормально так сопернику завезло. Красного Салаха поймал. Мальдини на страйкере. Охренеть, что это за эволюция вообще такая? И потом Мбаппе. Так, состав максимально серьезный. Тут, наверное, сложно будет не пропустить. Блин, тут Мальдини летит изо всех сил. Да. Вот и, собственно, гол на первой минуте. Кайф. Охренеть, можно не так жестко. 2-0, друзья. Каждый гол празднуют, я запомнил. К такому меня жизнь не готовила. Что за ёбаря мне дали?
О, хорошо, зубастик перехватил, бывает. Вот такой вот. Санек. Санек! Блин, о, тут Косилья стоит. Мне задница полная. Так, у Головина там это, финесы хорошо летели, я слышал. Ну-ка. Ух! Штанга! Так, потеем, друзья, потеем. Как бы этот матч вытащить? Пока мало чего получается. Зубастик в штрафной, ну-ка. Ну-ка. Хорошо, Зубастик, ну-ка! Ну, Зубастик, ну забивать такое нужно! Блин, вот бы третий не пустить. Да. Это жестко. Это жестко, друзья. 3-0 лечу. Но я вас учил никогда не сдаваться, друзья. Но сейчас как будто бы можно уже и сдаться. 4-0, охренеть! Что происходит, блин? Что за задрота мне лютого дали? Ну это просто трагедия какая-то. Я не знаю, что мне делать. Я просто горю. Ну попытаемся. Не, ну это просто дичь какая-то. Вы посмотрите, как все проходит у него идеально. Блин. Сейчас бы пятый мог залететь. Ой, ну а сейчас тоже мог залететь пятый. Так, о, отлично, отлично прошло, ну-ка. И Зубастик. Найс. 4-1. Еще ничего не ясно. Так, о, подождите. Зубастый, Зубастый. Блять, надо поближе подойти. Так, Зубастик. Вот такой вот. Хорошо, Головин крутится. Какой... На Зубастика, найс. 4-2, подождите, ребята. Я возбудился. Так, вот сейчас бы не пустить. 41-я минута. Блин, ну я не понимаю, что у меня в защите происходит. Прям какая-то дичь. Я понимаю, что игроки у меня не самые лучшие стоят. Но как будто бы у меня постоянные какие-то провалы происходят. О! Без офсайда, пожалуйста. Скажи, что без офсайда, офсайд. Ну что ж такое-то? Блин, ну что за отскоки? Ну блин, ну пожалуйста, ну Муслера. Ну Муслера, ну что он делает? Ну это просто 46-я и сразу свисток. 5-2. Ну это кошмар, блядь. Это просто кошмар, что пустил Муслера в конце. Так, ну тут нужны какие-то серьезные замены, я считаю. Так, давайте Хаверца на ЦП выпустим. И Салибу вместо Молчана. При всем уважении, как бы тут надо попотеть. Ну смотри на этого типа. Он уже развлекается, блядь, с помощью трикстеров. Когда я сделаю камбэк, я тоже трикстерами буду баловаться. Оп. И Головин ближний. Ну, пожалуйста, добей. Найс, найс, без офсайда. 5-3. Угу, угу, угу. Зубастик, ну-ка. Найс, Зубастик, 5-4, блин. Кто сомневался? Вот это камбэк. Ну, почти камбэк. Пока еще не камбэк, но около камбэк, друзья. Соперник уже поплыл, он не знает, что делать. Смотрите, смотрите. Он уже зоны мне дает, блин. Так, вот сейчас бы не пустить. Ё-моё, пожалуйста. Пожалуйста, нет. Ну, нет. Там Зубастик, блин, перехваты делает. Беги, беги, прострели. Ну что это? Ну что это, блин? Так, ну-ка, Головин, дальше. Эй, Зубастик! Ну вот что это было? Ну как карта за такие бабки не может принять пас, который идет прямо в него? Ё-моё. Пожалуйста, охренеть, нет. Так, ребята, срочные, срочные, срочные замены нужны. Головин. Ну, пожалуйста. Господи, что с этими отскоками в этом матче? Ну, просто охренеть. 6-5. Ё-моё. Кадиоглу прибежал, забил. Головин, давай, давай. Корпусом. Блин, ну... Ну-ка, Бача, навесы свои. Покажи. Ну, показать-то показал, а у меня там никто вверх выиграть не смог. Угу. Угу. О, Головин. Головин, пожалуйста. Да! 6-6. Уф, ребята, что за матч? Тихо. Главное еще не пустить, пожалуйста, без кикофной. Сейчас бы с кикофной не пустить. Фуф. Так, держим. Хорошо, ошибся. Ошибка соперника, ребята. Поймал его на ошибке. Смит, ну я тупо бегаю. Тупо на R1. Ну, ребята. 7-6. Какой матч. Что за эпик? Головин. Вин. Вин. Так, тихо, еще не вин. 88-я, держим. Все, ребята, это победа. Ну, это один из самых эпичных матчей в моей жизни, я считаю. 4-0 проебывали, друзья, 4-0. И тут что за игра?
Головин 2 плюс 2, Роналду 3-0. Такие вот матчи я посвящаю тем людям, которые ливают в начале катки, думая, что ну все уже ясно, мы проиграли. Все, на 21-й минуте 4 мяча пустил. Не, ну конечно, когда против меня попадаются в викинг-лиге типы, которые не ливают после 4-0, я такой думаю, блин, братан, лучше бы ты ливнул, сэкономил мне время. О, друзья, волкаут, Франция, ФРВ. Кто же это, друзья? Какая-то девчонка, чувствую. О, это еще и двойной волкаут. Бенуахия и Минамина. Ну, кстати, прикольно, что они сделали двойной волкаут. Так, у Минамина сразу три таланта на пасеке. Я как понимаю, его где-нибудь на фланге надо использовать. Так, что по составу? Вратарь. Что-то сомнительное, непонятное. Где тащит, где-то не тащит, хрен поймешь. Типикал вратарь. Защита бомба. Кадиоглу, вот респект. Один гол даже супер важный забил. Матео 7 матчей, 8 плюс 5. Ставим лайк этой девчонке. Мажри 3 ассиста отдала. Тоже ничего так. Ну, Эссенчик типа пойдет. Уже немножко поднадоел. Больше 50 матчей отыграл. За Ракета. Ну, блин, 7 матчей 1 плюс 1. Как будто бы не впечатляет уже. Ну и главные лица. Зубастик 4 матча 7 плюс 2. И Головин 4 матча 10 плюс 6. Нормально так оба настреляли, что хочешь сказать. Головин, конечно же, понравился больше. В частности, его моделька, его дриблинг, баланс с ловкостью. Роналду как будто бы уже не так актуально. Да, он хорош, он завершает. За 4 матча 7 плюс 2, это отличная статистика. Но с его сомнительными талантами выпускать такую карту в май месяце за те же бабки, за которые он продается на рынке, ну, как будто бы сделка такая себе. За 3 ляма вы можете себе просто сумасшедший состав собрать. У Головина отличный R1, великолепно крутится моделька, есть финессики, кучу талантов на пасеке. Да, игроки разного плана, разного типа. Плюс воркрейт у Роналду средний-средний, как будто бы не впечатляет. Ну и высокая-высокая на ФРВ тоже такое себе. В идеале, наверное, Головина надо использовать либо на ЦАПе, либо вот на позиции ЛПшника. Но я дико кайфанул, карта прикольная. Даже за 4 матча я, в принципе, для себя все понял. Пушки страшные, двигается отлично. Опять же, Зубасик тоже хорош, но не на данном этапе, когда выходит куча сумасшедших карточек. Дали бы ему еще плюс 2 плейстайла, даже к базовой карте. 2 каких-нибудь золотых плейстайла дали, тогда еще можно было подумать. Как ни крути, в этом сезоне именно плейстайлы роляют очень сильно. Поэтому это исключительно, опять же, мое мнение. Если вы хотите, вы можете, естественно, его собрать и не слушаться меня, кто я вообще такой. Я просто ютубер, который снимает фифку у себя на канале и на какое-то авторитетное мнение не претендую. Возможно, для кого-то Зубастик — это любимый футболист детства, поэтому что я вас буду отговаривать? Возможно, кто-то вообще на перки не смотрит, поэтому вот. А так, в целом, что? Геймплейчик веселый получился, в частности, последний матч эмоциональный. Головин топ-карта. Ну и контент, друзья, напоследочек. Собрал 2 пика на кумира. Не знаю, насколько это сейчас актуально и интересно на данном этапе. Так, первая карта. Это срань. Вторая карта. Тоже срань. И третья карта — это тоже срань. Вау, неожиданно. Второй пик. Так, первая картонка. Да ладно. А, нет, показалось. Я почему-то подумал, что это Мальдини. Так, ладно, вторая карта. Это Кин. И третья карта. Ну, я вообще ни во что не верю, ни на что не рассчитываю. Это так, типа. Типа а-ля интригу создал. Ну, Неста, спасибо большое. Неста и Чех. Ну, когда-то неплохие карточки были, но на данном этапе как будто бы